пятницу в Самарской области будет ясно, лишь местами пасмурная погода. Осадки не прогнозируются. Дневная температура 19-24 с плюсом, ночью 14-16 выше 0. В Сызрани пасмурное небо, днем плюс 24 градуса, ночью плюс 14, ветер северный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, плюс 22 градуса в дневное время, ночью 16 выше 0. Северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, дневная температура 21 градус тепла, ночью плюс 16. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 36%, температура воды в реке Волга 21 градус. Геомагнитное поле возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.